В столице Чувашии стартовал городской фестиваль под названием «Магия театра». Лучшие театральные коллективы общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования распахнули свои двери для всех желающих. Общее знакомство состоялось сегодня во Дворце детского творчества. Они разные, эти театры. Своя концепция, свой репертуар, свой актерский состав. Творческая атмосфера с самого порога. В мраморном зале развернулась welcome-зона, театральная кухня. Все закулисье как на ладони. Театральные реквизиты, костюмы, актерские гримерные. Можно не только посмотреть, потрогать, но и попробовать себя в роли начинающего актера. Зритель в театре может побывать в разных мирах, сказках, может даже на разных планетах. А на сцене играют ученики 4-го лицея, 46-й, 5-й гимназий, театр-студия «Зеркало». Всего 9 театральных коллективов после отборочного этапа вышли в финал. Для них театр – любимое увлечение. Приходите к нам в театр, вам не скучно будет в нем, потому что мы актеры, лишь для публики живем. Праздник не бывает без будней. Для того, чтобы получить в награду аплодисменты зрителей, нужно многому учиться. В течение месяца у ребят пройдут еще мастер-классы, встречи с известными артистами, режиссерами, художественными и театральными деятелями, со студентами училища культуры и института культуры в рамках профориентации. И, конечно же, ребята много узнают о наших известных артистах, таких как Надежда Павлова, наша балерина, Вера Кузьмина и многих других театральных деятелях. Фестиваль продолжится до 24 апреля.